На чем ездили почтальон, парикмахер, трубочист и пожарный 100 лет назад? Колеса с историей представили на выставке в Гродно. Когда приезжал Бродобрей парикмахер, выстраивалось огромное количество людей к нему в очередь. Все семьи с детками, с бабушками, с дедушками, все вот благодаря именно ему были побриты, чисто выбриты, причесаны, напудрены. Все велосипеды старинные, итальянские, своеобразное отражение жизни конца 19-го, начала 20 веков. В Италии развивалось предпринимательство, и мастера предлагали свои услуги, путешествуя по стране. В Гродно представлены настоящие мини-мастерские на колесах. Художника, молочника, портного, кузнеца, сапожника. Есть передвижная аптека, театр и даже пожарная часть. Возраст некоторых экспонатов доходит до 130 лет. Они никогда не реставрировались, и многие до сих пор на ходу. Вся жизнь мастера, который на этом велосипеде ездил, была заключена там. Он возил не просто свои атрибуты, предназначенные для работы, какие-то принадлежности, там были и личные вещи. Человек с помощью этого велосипеда кормился, зарабатывал хоть пускай и гроши, но тем не менее это был способ его пропитания. И большую часть времени, конечно, он проводил на этом велосипеде, либо рядом с ним. Раритеты 40 лет собирал итальянец Маурицио Урбинати. В его коллекции более 70 моделей. На Гродненской выставке представлена почти половина.